Первый объект проверки – территория около железнодорожного вокзала. Здесь на протяжении долгого времени ведется лоточная торговля. Хозяина на месте не оказалось, а продавец не смог предоставить необходимые документы на ведение деятельности. Несанкционированная торговля осуществляется, как правило, гражданами, не зарегистрированными в налоговых органах города, района. И, естественно, никто не осуществляет оплату налогов. Центр города также изобилует уличными лотками. Небезызвестный торговый ряд, расположенный на этом тротуаре, значительно вырос с наступлением лета. Гости из ближнего зарубежья торгуют овощами и фруктами, не имея соответствующих разрешающих документов. Здесь же покупателям предлагают предметы гардероба. Между тем, говорят члены комиссии, продавать одежду разрешено только в закрытом помещении. Кроме этого, согласно постановлению главы района, вести торговлю можно в специально отведенных для этого местах, например, на рынках. Один из них, находящийся на улице Банковская, комиссия также проверила. Здесь, как и в предыдущих местах, торговой деятельностью занимаются иностранцы. И никто из них также не смог предоставить необходимых документов. А нарушений, говорят проверяющие, очень много. Торгуют почти практически на дороге. Неприглядный вид. Это ящики оставляют, картонные упаковки, мусор. Урны все переполнены. Через дорогу рядом с магазинами предлагают свой товар эти бабушки. О нарушении закона знают, но говорят, что торговать на лотках приходится не от хорошей жизни. Им, как и другим нарушителям, было дано указание немедленно свернуть деятельность.